На четвертой сессии Совета народных депутатов Кашхабского района присутствовали глава района Заур Хамирзов, заместители главы, начальники управления и заведующие отделами администрации, главы сельских поселений. На рассмотрение депутатов было вынесено 10 вопросов. По вопросам о внесении изменений в реестр должностей муниципальной службы в Кашхабском районе, о внесении изменений в положение контрольной счетной палате муниципального образования Кашхабский район, о назначении председателя контрольной счетной палаты, о назначении заместителя председателя, о принятии полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля сельских поселений на 2018 год выступил председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев. По всем вопросам депутаты приняли положительное решение. Далее депутаты рассмотрели вопрос об исполнении бюджета муниципального образования за 9 месяцев текущего года. В настоящем предлагается утвердить исполнение бюджета муниципального образования Кашхабский район за 9 месяцев 2017 года по доходам в сумме 387 миллионов 664 тысячи 895 рублей и 11 копеек. По расходам в сумме 373 миллиона 239 тысяч 976 рублей 30 копеек. С превышением доходов над расходами в сумме 14 миллионов 424 тысячи 918 рублей 81 копейка. Проблемы, конечно, с исполнением бюджета были, как всегда они бывают, но тем не менее функционирование учреждений бюджетной сферы было обеспечено на надлежащем уровне и в полном объеме. Отопительный сезон начат без срывов, своевременно. Учреждения образования как дошкольного, так и общего образования получили существенные суммы на подготовку к учебному году. И были проведены все необходимые работы, не только те, которые отличались каким-то аварийным характером, но и те, которые носили текущий характер. Иногда даже косметические и прочее, приобретение каких-то необходимых материалов и приборов. Всеми ресурсами учреждения обеспечены, и на сегодняшний день работа их протекает без срывов. Начальник управления финансов Аслан Дагужиев также выступил по вопросу о бюджете муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов. Сегодня в рамках проведения первого чтения проекта решения Совета народных депутатов муниципального образования Кашхабский район о бюджете муниципального образования Кашхабский район на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов на ваше рассмотрение и утверждение выносятся основные характеристики проекта местного бюджета, а также основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования Кашхабский район на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов. Вкратце об этом. Основными направлениями бюджетной политики муниципального образования на 2018-2020 год являются обеспечение преемственности реализуемых целей и задач бюджетной политики, проводимой в предыдущий период. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования Кашхабский район. Формирование условий для ускорения темпов экономического роста. Укрепление финансовой стабильности в муниципальном образовании Кашхабский район. Повышение эффективности управления бюджетными расходами. Интегрирование в бюджетный процесс методов проектного управления. Обеспечение сбалансированного развития муниципального образования Кашхабский район и расширение потенциала его экономики, в том числе обеспечение равных конкурентных условий, улучшение условий ведения бизнеса в муниципальном образовании, сохранение умеренной долговой нагрузки на бюджет муниципального образования Кашхабский район, создание дополнительных условий для привлечения инвестиций в муниципальное образование Кашхабский район с целью дальнейшего роста социально-экономических показателей муниципального образования. Последним вопросом повестки дня стал отчет председателя территориальной избирательной комиссии.